Протекающая крыша, отсутствие канализации, проблемы с отоплением. Такие нерадостные последствия капремонта переживает дом номер 16 по переулку Почтовому. Хотя 15 октября все работы на пятиэтажке должны были завершить, но подряд организация ООО «Компания ЛАД», как обычно, не успела. Сегодня у нас 16-е. От окончания капитального ремонта нам для подписи не предъявили. Поэтому капитальный ремонт в нашем доме практически сорван. Мы уже рассказывали о том, как долго жителям пришлось договариваться со строителями о плане работ. Но в итоге от утвержденной сметы подрядчик уходил не раз. Первоначальное софинансирование собственников в 15% переросло уже в 16%, и все равно денег не хватает. При том, что, к примеру, с трехкомнатной квартиры на ремонт дома отдали 35 тысяч рублей. После обращения жителей в общественную приемную Дмитрия Медведева сюда приехали чиновники, представители управляющей компании домом «Обжеб-заказчик», депутаты. Где-то в конце августа начали поступать материалы на кровлю. Значит, до этого мы начали делать обрешетку, контрабрешетку. Значит, в сентябре начались дожди. Начались дожди, и практически получилось, что весь сентябрь мы простояли. За 2 месяца не успели сделать даже крышу. Теперь у жителей 5-го этажа с потолка текут струи воды. Заплатив за ремонт дома, им в итоге придется делать ремонт и у себя в квартире. Лично с вами спорила, что за месяц эту крышу невозможно покрыть. Все с пены у рта мне говорили, мы покроем, мы знаем, как это делается. Бинго! 2 месяца, крыша открыта. У нас дом старый. Когда будут снимать окна, я вам говорю, будет отходить очень много стены. За чей счет это будут опять восстанавливать? Снова за нас? Ответить на подобные вопросы технический директор строительной компании не мог. Пытался защищаться тем, что у жильцов просто неподходящее образование. У вас какое образование? Высшее. А какое? Высшее. Вы не инженер. А ведь на встречу с жителями пришел и представитель заказчика этих работ и главного контролера управления коммунального хозяйства. Но только узнать, в чем же заключается их надзор за ремонтом, мы так и не смогли. После официальной части собрания чиновники, ничего никому не объяснив, просто удалились. Надзор же со стороны управляющей компании сводится к простой формуле. Что технический надзор? Вот нам инженер заключается. Осуществляет по договору, значит, стройэксперт. Стройэксперт – это генеральдиректор Смолякова Александр Иванович. Скажите, пожалуйста, а вот с ними договор был заключен? А это коммерческая организация? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, а почему технадзор не осуществляет МУБ-заказчик? Технадзор я каждую среду и пятницу с техническим надзором вместе. Сколько заплатили за технадзор денег? 204,5 тысячи. За экспертизу 95. Технический надзор мы осуществляем здесь 2 раза в неделю вместе с специалистами этого центра. Мы в настоящее время направим соответствующее представление просьбы разобраться прокуратуру, Мы направим представление жилищной инспекции, чтобы проверили. И после через 2 недели встретимся. Если ничего не изменится, мы будем ставить вопрос о привлечении должностных лиц к ответственности. Непонятно и то, кто и как будет принимать эту работу. Вот так выполняется масштабная программа капремонта домов, на которую выделяются не только городские, областные, но и федеральные бюджетные средства. А контролировать освоение столь серьезных сумм оказывается некому. Теперь же в регионе и вовсе создали новое юрлицо – фонд капитального ремонта, который будет ежемесячно собирать взносы с орловчан и оперировать миллионами. То есть деньги собирать у нас научились, а контролировать их расход нет. Завершить ремонт в доме на переулке Почтовом теперь обещают в ноябре. Но, судя по ситуации, верится в это слабо. А главное, что ответственных за ремонт, превратившийся для жителей в настоящий кошмар, как всегда, не найдется. Анастасия Тимонищева, Наталья Камиш и Андрей Борискин для программы «Оперативный эфир».